Много хвалебных слов о творчестве Ян ван Хёйсума, одного из самых выдающихся мастеров позднего голландского натюрморта, оставили его современники. Его творчество пришлось на 18 век, когда постепенно многие жанры голландской живописи приходили в упадок. О прижизненной популярности художника свидетельствует тот факт, что на состоявшемся вскоре после смерти художника аукционе его 4 пейзажные акварели были проданы за 1032 флорина, а живописный цветочный букет за 1245 флоринов. В то время как за голову старика Рембрандта, две картины Яна Стена, натюрморт Вильяма ван Алста и картину Альберта Кейпа было уплачено соответственно всего 25, 30, 19 и 13 флоринов. О жизни Яна ван Хёйсума известно немногое. Родился он в Амстердаме, был старшим сыном известного художника-натюрмортиста Юстаса ван Хёйсума, которому еще в детском возрасте помогал писать картины. Отец и стал его первым учителем, которого он со временем превзошел. В наследии художника множество пейзажей и цветочных букетов, представленных в самых разнообразных аспектах. Особенно уверенно чувствовал он себя в изображении представителей растительного царства. Именно в композициях с цветами и фруктами он достиг совершенства. В наследии художника множество пейзажей и цветочных букетов, представленных в самых разнообразных аспектах. Особенно уверенно чувствовал он себя в изображении представителя растительного царства. Именно в композициях с цветами и фруктами он достиг совершенства. Ян умел узнавать тайны природы, запечатлевать летучую красоту цветов в те мгновения, когда они особенно прекрасны, и достигать невероятной виртуозности в этом жанре благодаря правдивости и многообразию красок и почти прозрачной фактуре цветов. Интересно, что художник не только очень точно передает внешние характеристики каждого цветка, но и показывает их вес. Мы видим, как гнется стебель под тяжестью склоненной вниз головки розы, как крепятся светлые лепестки цветов к темной серединке. В передаче особенностей каждого цветка, плода, самой маленькой ягоды, чувствуется тонкая наблюдательность мастера, кропотливо и внимательно изучавшего натуру. Мастер виртуозно передает фактуру предметов, бархатистую поверхность спелых персиков, тонкую прозрачную кожицу винограда. Он первый стал изображать цветы на фоне ясного неба и превзошел всех своих предшественников в мягкости, свободе, совершенстве и жизнеподобии, добившись впечатления сочности и верности цветовых пропорций.
Ярким примером великолепных натюрмортов является картина «Цветы», написанная Хёйсумом в 1722 году. Строгая симметрия построения и вытянутый вверх формат делают полотно нарядным и торжественным. Большая каменная ваза полускрыта роскошным букетом. Художник разместил цветы не хаотично, а с определенным расчетом. Внизу располагаются самые крупные – розы, маки, над ними более мелкие – тюльпаны, нарциссы. Пышный букет увенчан листьями и тонкими стеблями, составляющими изящный узор. Внизу на выпавшем из вазы стебле сидит светлая бабочка, обычный элемент букетов Хёйсума. Частый персонаж его натюрмортов – муха, мирно ползущая по нежному лепестку тюльпана. Цветы Ван Хёйсума блистают изумительными красками и предстают в своей естественной свежести, как будто роса сию минуту напечатлела на них свои жемчужины. Он включал в свои цветочные композиции насекомых, бабочек, птиц, птичьи яйца в гнездах, все, чем отмечено великолепное одеяние природы. Часто он ставил цветы в вазы, украшенные прекрасными барельефами. В своей работе он проявлял наивысшее тщание и при наложении красок, масел и лаков убирал каждый лишний блик, стремясь создать ощущение глубокой тайны. Лессировал он до бесконечности. Краски его ясны и прочны, они по сей день не утратили своей свежести. Ян превзошел всех живописцев, работавших до него, в искусстве изображения цветов и фруктов, и его работы настолько прославились, что лишь титулованная знать и наиболее состоятельные горожане имели возможность приобретать их. Утонченный вкус, превосходный колорит, увереннейший мазок и в высшей степени точное подражание природе придают огромную ценность работам этого художника. Ландшафтной живописи он выдерживает сравнение с крупнейшими мастерами, а в изображении цветов и фруктов не имеет себе равных. Матовые с пушком плоды, сияние цветов, прозрачность росинок, живая подвижность, которую он сообщал своим насекомым, все восхищает его живописи. Достиг исключительно силой своего таланта высочайшего ранга в своем искусстве. Он выразил в своих цветах все их правдоподобие, повторяя самые удивительные их краски, столь нежные и живой кистью, что натура едва ли более правдива. Тщательно продумана композиция прекрасного натюрморта «Цветы и плоды».
где букет из алых маков и разноцветных гвоздик гармонично сочетается с лежащими на мраморном столе фруктами. Художник так правдиво и верно передает фактуру предметов, что нежно-розовые персики, сливы, абрикосы, виноград, пламенеющие зерна очищенного граната, орехи и спелые ягоды малины на ветке кажутся осязаемо реальными. Особую прелесть композиции придают красиво изогнутые виноградные лозы. Его плоды прозрачны, исполнены внутреннего свечения, особенно его виноградины. Буквально видишь их мягкости и наполняющий их сок. Глядя на его насекомых, веришь, что они движутся. А его росинки? Возникает искушение поскорее смахнуть их с полотна, чтобы они не испортили шедевр. Поклонники совершенства в его особенном великолепии ставят Ван Хёйсума выше всех живописцев, когда бы то ни было работавших с цветами. Тщание, с каким он выбирал самые яркие и густые краски, находил их сочетание, очищал масло, не в малой степени способствует тому впечатлению сверкающей свежести, которая остается у видевших его работы. Светлый фон натюрмортов Хёйсума делал его произведения праздничными, и, вероятно, поэтому яркие и радостные картины мастера пользовались у современников огромным успехом. Хёйсум не испытывал недостатка в заказах и продавал свои работы за большие деньги. Его букеты составлены из цветов, распускающихся в разное время. Художник писал их только с натуры, что увеличивало срок работы над полотном. Писал он медленно и тщательно, и иногда на создание одной картины уходило несколько лет. Он все выполнял с величайшей точностью, без малейшей небрежности, но при этом не был сухим. Он имел обыкновение разрабатывать этюды отдельных частей, из которых затем компоновал картины. Его вкус проявился и в том, как он группировал цветы, самые светлые помещая посередине, каждому цветку применяя отдельную краску и затемняя натуру от середины к краям. Птичьи гнезда, яйца в гнездах, оперение птиц, насекомые, бабочки, капли влаги – все представлено с большой достоверностью и дает полную иллюзию действительности. Он достиг совершенства в картинах с цветами и фруктами, превзойдя все, что существовало прежде в этом жанре. Все его знакомые флористы наперебой предлагали ему все самое прекрасное из того, что вырастало у них в садах. В
творчестве был необычайно замкнут, так что даже не позволял никому ходить в мастерскую в то время, когда работал. Он ревностно относился к своему искусству и не принимал учеников, не желая раскрывать творческие секреты. Применяемые им способы приготовления масел, красок, олив и держал в глубокой тайне. Даже его брат не должен был видеть, как он работает, и только с большим трудом его уговорили давать уроки Маргарите Хаверман, чьим дарованием он увлекся. Тем не менее, у него было множество последователей не только в Голландии, но и в других странах Европы. Потрясение, вызванное поведением одного из сыновей, подействовало на его рассудок, так что он страдал особой формой безумия, что, впрочем, никак не отразилось на его работе. Что касается стиля его работы, то он выполнял все осмысленно и с неимоверным прилежанием, до бесконечности лессируя, чаще всего гуашью. В этом причина того, почему его фрукты так необычно прекрасны, или, говоря точнее, почему они напоминают плоды из воска или раскрашенную слоновую кость. А его цветы, его насекомые, роса и отдельные капельки превосходят все, что существует в таком роде.